Всем привет, меня зовут Надя, и я очень рада, что смогла заинтересовать вас своим видео. Так, я не снимала всю неделю, я то болела, то мне было некогда, потому что в институте сейчас опись всех, инвентаризация, вот, то еще что-то. В общем, я не снимала, и мало вообще что делала. Ну как, я вышивала, сейчас вам все покажу, расскажу. Но, во-первых, сегодня вторник, 2 июля, да, вроде бы я не сказала, ладно. Мне пришло аж две посылки, но от одного магазина, от Scrap Money. Потому что я сначала заказала материалы к альбому будущему. А потом мне пришло на почту, что я выиграла там сертификат на 1000 рублей от как раз производства Scrap Money. Вот. И еще заказала, и мне обе посылочки уже пришли. Я их уже распотрошила. Не удержалась. На той неделе они мне еще пришли. Вот, сейчас вам все покажу. Я специально их не убирала, чтобы ничего не потерять, чтобы вам все показать и рассказать. Во-первых, новый альбомчик. Так, код дай сюда. Наверное, камеру сейчас я подниму. Вот так вот повыше. Будет новый альбомчик в Boho стиле. Так, я уже, по-моему, да, рассказывала в предыдущем влоге. Делала я. Где у меня? Вот он. Ловец снов. Я тоже его еще не продолжила. Вот он у меня как в том виде остался. С того влога так он и есть. Вот. Мне пришла бумажка. Вот она. Танцы ветра, фономикс. И ну, фон. И такой наборчик. В общем, тут два набора. 20 на 20 сантиметров. Фоновый и, как сказать, который... красивыми листочками, вот с такими вот, где там много всего, очень насыщенные такие принты, так сказать. Вот здесь у меня разложено 10 листочков. Я выбрала, это пойдет на фоны, на страницы, на будущий альбом. Уже сегодня вот как раз делала это, но не успела подрезать. Хотела еще подрезать, потому что сам блок у меня 20 на 20 сантиметров, и вклеивать в такие же листочки туда не очень удобно, поэтому я на пол сантиметра их обрезаю с двух сторон. Вот. Так. Ну, бумажку я показывать не буду, так как это старенькая коллекция. Думаю, многие уже ее видели. И фоновый набор, и обычный набор. Вот. От Scrap Money. Далее. Вырезалки я уже начала вырезать. Это только один лист с цветочками. И вот это я дополнительно брала лист с ловцами снов. Именно только. И еще два листа с вырезалками. Они у меня остались в институте. Я там потихоньку их вырезаю как раз. Этим и занимаюсь. Что я еще успела на ту неделю грандиозное, это сделать открывашки. Все нарезать. Вот даже рамочка есть. Видите, получилось у меня. Все тут нарезано, все посчитано. Уже большое дело. Также после проекта по хроникам Нарнии я завела блокнотик, в котором записываю концепцию альбома. Что хочу сделать, какое будет настроение, цвет, какие интерактивы хочу и так далее. Индивидуальные какие-то штучки. В общем, вот у меня будет блокнотик по моим проектам. Буду записывать, что хочу видеть, как хочу, чтобы открывалось. В общем, вот такая вот штучка у меня теперь появилась. Очень, кстати, удобно. Уже я оценила полезность этой вещи. Потому что, когда все держишь в голове, это неудобно. И многое забывается, приходится вспоминать что-то. Иногда вспоминаешь в процессе, а страничка уже наполовину сделана, что-то начинаешь переделывать. В общем, мы и та, еще та. Дальше. Кроме бумаги, я еще заказывала довольно много декора. Начнем по порядку. У меня тут что-то уже в разнобой лежит из двух посылок. Я уже не помню, что когда я заказывала. Вот такие вот звездочки перламутровые. Это пойдет на висюльки к ловцу снов. Вот такие звездочки. И вот такие перья. И где-то у меня еще было два перышка. Вот. Но я, как всегда, не посмотрела на размер. И они пришли просто огроменские. Не знаю. Теперь буду ли их использовать или пойдет в запасы. Возможно, использую внутри альбома. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, вот такие вот два пирожка я брала.
на всякий случай. Думаю, ну, большие перья теперь тоже есть. Единственное, что пожалела, что взяла розовый перья, слишком ядовитый розовый. Фиолетовые как раз подходят. Ну, их, конечно, очень много, такая большая стопка. Я не знаю, потом, может, какую-нибудь сделать поделочку. Не знаю, или отдать кому-то там из родственников детям. Потому что, ну, куда мне столько перьев, мне до конца жизни столько не стратить. Вот. Это что касается... А, половцу снов, да, еще. А, ну да, в принципе, половцу снов это все. А, был пакетик с текстилем, который я заказала. Тоже там же в скрабмании. Вот так, да. Вроде все, да. А, веревочки. Такие вот шнурочки. Именно вот с белым. Я не знаю, как они правильно называются, но вот такие вот хлопковые нити. Вот, заказала три, вот так были, и один, я не знаю почему, но он пришел вот так вот. Но я и заказывала один, но странно, пришел на такой бобиночке. А, дальше пошли хлопковые ленты с бабочками. Это просто про запас, красивые, мне понравилось. Для бога альбома бахрома, самое то. Это про запас, это про запас. Никогда лишним не будут такие. Это тоже для бога альбома. На всякий случай взяла зеленое кружево, потому что зеленого у меня нету. Хотела взять фиолетовое, но думаю, так много фиолетовых оттенков. Возьмем и зелененькое. Ну и белое тоже кружево. И оно такое стрейчевое. Посмотрим, как поведет себя в работе. Но не блестит сильно, так что подойдет. Главное, чтобы сильно не блестело, потому что уже это под какой-то Новый год косит. Что еще из текстиля? Тканюшка с журавлями, которую я ждала, из-за которой я как раз не делала обложку. Ну, теперь я думаю, потому что они тут, журавли какие-то уж больно синие. Ну, посмотрим. В принципе, если уж больно не придираться, то к бумаге подходит. Вот с ягодками перекликается синий, в принципе, да. Вот здесь в наборе бумаги есть вот такой вот синий. И журавли, в принципе, вписываются в эту композицию. Ну, я еще посмотрю. В процессе решим, как это все будет. Сюда уберем, чтобы у меня ничего не упало. Вот, ну, так, ткань очень даже здоровская, очень классная. Акварельные такие журавли. Мне понравилась она по самому дизайну, по принту. Очень хорошая. Так. Вот так. Далее, также от Скрабмани, опять же, да, коллекции бумаги, которую сейчас показывала, у них есть собственное производство, как они называются, трафареты. Видно, надеюсь, не хочу открывать. Вот тут такие вот перышки, не знаю, вот так, наверное, заметно, да, что здесь перышки на трафарете есть. Будут они у меня на подложках, да, буду тонировать. Для фотографий. Вот, вот эти вот. Опа, не падаем. Вот здесь на как раз подложку для фото буду тонировать. И будут у меня здесь тоже перышки. Далее чипборд идет. Так, он у меня здесь развалился, хотя был стопочкой. Разный чипборд. И на похоть тему, и какую захотела, мне понравилось. Какие, точнее, захотела, какие мне понравились. Дизайн вот такой цветочек. Ну, то не помню, что я заказывала. Возможно, это было что-то бесплатное в подарок. Но тут не подписано, я не знаю. Ну, в принципе, рамочка довольно милая. Вот этой серии просто понравилась. Красивый цветок. И я еще обратила на название. Называется «Жало скорпиона». Я даже не увидела сначала фотографию, а увидела название. И потом только посмотрела на сам чипборд. И да, «Жало скорпиона». Ну, тут прослеживается. Мне просто идея понравилась. Дальше вот такой листочек, ой, листочек перья в бухо-стиле. Все в отдельных упаковочках. Ловец снов. Еще что-то похоже на ловец снов. Вот, из разряда просто понравилось. Такие баночки. А это уже именно от Скрабмани. Тоже я уже срезала, вынимала, смотрела. Пленочка. Именно к этой коллекции бумаги «Танц ветра». Вот, туда чипборд. Именно к этой бумаге идет от производителя. Так, и шейкер.
И знаете, где у меня? Вот он. Шейкер, скорее всего, пойдет на обложку. Вот так вот. Одно я уберу кольцо. И вот так сделаем. И внутри будет шуршунька. Будет шейкер. И ну и сам ловец снов тоже. Вот такая у меня идея. Вот эту стрижем верхушку, потому что просто круглого шейкера я не нашла. Я не искала особенно. Мне попался вот этот вот, я и взяла. Вот так вот это будет. Идея для обложки. Так, сейчас я немножко тут уберу и пойдем. А, нет. Хотя вот это тоже покажу. Вот такие ножи еще взяла, не рубила. В следующей части влога, скорее всего, покажу. Я их пока со стола убирать не буду, чтобы попробовать порубить, посмотреть, как они себя поведут в работе. Вот, пока их не смотрела. Но думаю, они классно прорубают, потому что я уже брала и аги-арт, и фэнтези-ножи. Хорошо, они все рубят. Дальше. Раз. Два, три. Четыре. И не помню, было ли еще что-то. Вот не помню, вроде бы все. Потому что у меня сейчас вся моя микс-медиа на подносе, это еще не вся. Вот эта пудра для импульсинга, здесь алкогольные чернила. Опа. Вот. И еще у меня сухие краски и воски. Все досыта. Потому что я наконец-то дошли у меня руки до составления картотеки. Аллилуйя. Я начала это делать. Вот я сделала сухие краски у меня вот идут. Так, вот. Пока все на одном колечке. Пока так, хотя бы на одном все собрать уже. Вот персиковый лед. А, вот еще была, да, сухая краска новая. Я не достала. Персиковый лед. Вот это новая. Такая вот. Она с серебром. Вот можно на черном фоне видеть серебро. Дальше вот еще новая. Золотой аметист. Вот он как раз. Почему-то он тут синий, а тут он вообще-то фиолетовый. Я тоже сначала удивилась. Вроде, думаю, заказывала фиолетовый, а здесь синий. Но главное, когда намачиваешь водичкой, он становится фиолетовым. Дальше. Лесной орех. Это у меня была красочка. Это все сухие краски. Сердце айсберга была. Далее. Старый кипресс тоже была. Это моя самая любимая. Вот смотрите, какой классненький цвет. И все. Дальше идут две восковые пасты. Да. Сапфир и золото скифов. Вот она. И четыре. Нет, три воска. А, еще восковую пасту я покупала. Да, вот в этом заказе была восковая паста эвкалипсов. О, не восковая паста, а просто воск. Восковых паст у меня две. И вот просто воск эвкалиптовой свежести я взяла. Он сейчас в коробочке убранный. Это единственное, по-моему, что я брала. И незабудка у меня была. Воск и битумный винтаж. Воск такой. Вот. И что я не успела взять от картотека? Не знаю, сегодня-завтра сделаю, когда, ну вот, на подходе, короче. У меня картотека по алкогольным чернилам и по пудрам для эмбоссинга. Вот такие вот двое алкогольных чернил, фиолетовые и розовые. Вот производителя, честно, а, Fractal Paint, точно, Fractal Paint я брала. И от творческих сказок взяла пудру для эмбоссинга. У меня уже есть прозрачная от них, хорошая. И коричневую я взяла, хоть у меня есть коричневая от вот такая вот в такой баночке, но, во-первых, неудобная баночка, во-вторых, мне не нравится, как получается эмбоссинг от этой пудры. Но это я тоже не пробовала, посмотрим еще. Вот буду делать картотеку, заодно посмотрю. И вот странно, что это от творческих сказок, и это от творческих сказок. Но почему тут белая крышечка, тут черная? Я так не могу. Странно. Ладно. Это уже мои загоны. Так. И это все, что было из основной посылки. И сейчас из подарочной. То, что у меня... То, что я выиграла сертификат. Вот. Ой, вот тут на коробочке у меня лежит как раз на что... На... В чем я делаю тестеры. Вот. Это просто я на акварельной бумаге наклеила кусочки черного картстока и разрезала. Вот такая вот зебра у меня получилась. И, в принципе,
Из них я вставляю в картотеку, делаю дырочки, подписываю, скругляю уголочки, и у меня кольцо, если вы видели. А это у меня заготовлено для алкогольных чернил пластик. Кусочек пластика тоже буду на нем испробовать. Все. Составлять свою картотеку, потому что я уже стала путаться. Вот мне это не нравится, что я путаюсь. И забываю, начинаю забывать, что у меня есть, чего нету. И подарочная коробочка на 1000 рублей именно от бренда Scrap Money. Вот. Так, сейчас сразу все заберем, чтобы коробку убрать. Так. Я брала по принципу, какие работы хочу сделать в будущем. Я планирую делать осеннюю работу осенью. И хочу сделать работу в стиле стимпанк мужская. Мужской стимпанк. Вот. Хочу вот такие работы сделать. Но это прям в далеком-далеком будущем. Просто вот подвернулся случай, заказала материалы, так сказать. Итак, чиборд. Ой. Чиборд на тему стимпанк. Вот такие вот два надписи, конечно, мне не очень нравится. Там вы видели тоже, да, от Scrap Money. Чипорт было написано ежедневник, тут блокнот. Я этим не пользуюсь. Ладно. Это еще один ножичек. Взяла просто, увидела, что есть такие табы. Взяла. В принципе, я таким пользуюсь, мне нравится. Дальше. Взяла набор бумаги для вырезания именно профессии, потому что бывают запросы и нужны определенный декор. Вот, например, что-то мне, мне нужен был футбольный мяч и что-то на тему спорта, а у меня ничего такого нету, увы, не было. Теперь у меня есть на всякий случай для кондитера, врача. Так, космонавт. Ну, это, скорее всего, в детскую тем больше пойдет. Космонавт вряд ли закажет такой альбом. Строитель. Ну, или мужская тема, в принципе, тоже подходит. Всякие вот... Ну, это вязальщица, но на домашнюю тему тоже подойдет. Для какой-нибудь теплой, уютной открыточки. И фермер. В принципе, довольно такие темы распространенные. Ну, кстати, как раз футбол... Я не нашла, почему-то мне не попалось на глаза. Если бы увидела, я бы взяла насчет футбола. Потому что что-то иногда спрашивают на тему футбола, а у меня ничего нет. Вот, на футбол и на школьную тематику. Меня последний раз спрашивали, у меня вообще такого нету. Надо, наверное, тоже запастись. Вот. Так, ну давай, залезай. О, есть. И дальше пошла осенняя тематика. Ну, по-моему, здесь только вырезалки, да. Я не хотела брать осеннюю бумагу от Scrap Money. Она мне не подходит для моей задумки. Возьмем какую-нибудь другую потом. Но мне понравились вырезалки. Суперские тыквы. Вот такая вот яркая скраб-карта. Отлично подойдет, но, конечно, немножко не глянцевый, но ничего. Тоже пригодится. Дальше осенние листочки. И все. Да, осень, все. Вот я взяла вырезалки на осень. Вот так. Дальше идет стимпанк. Вот это вот коллекция вечные странички. Тоже не буду показывать, потому что довольно старенькая коллекция. Все ее видели, кто в скрапе. Давненько. Поэтому не будем открывать, в принципе. Но мне очень понравилась эта коллекция, очень давно ее хотела. Теперь она у меня есть. И будет альбом когда-нибудь. Нибудь когда. И это подарки. Где-то еще подарки. Вот они. Это вот из именно подарочной посылки подарки. А вот это из той посылки подарочки были. Вот кружевная лента, цветочки. Дальше. Что у нас? Я уже забыла. Бумажка. Вот мне понравилась, красивенькая, с, как это называется, флегирование, да, от Гарри Поттера бумажечка. Так, это мы посмотрели. Дальше надписи и вот такая вот для вырезания двусторонняя.
Так, здесь у нас кулинарная штучка. Классные зверятки миленькие. И здесь растительность, да? О, вот это прикольно, я даже не заметила сначала. Сейчас такое увидела. Вот такие вот карточки. И вот это тоже подарочные бумажки. Такая. Ух, как красивая. Потом у нас армейская. И фономикс газеты. Ну, вот такая. Ух, аж в глазах заребила. Такой. Вот. Спасибо большое магазину за подарочки. Всегда у них подарочки классно. И чаще всего в тему как-то это все бывает. У меня это очень все быстренько расходуется. Отлично. Вот. Это то, что, так сказать, пропустили. Вот. На этой неделе что я делала? А, я вырезала. Вот вырезалочки, которые вот здесь вот есть. И все, по-моему. Да, и бумажку распределила для альбома. Все пока что я успела. Что-то как-то опять в понедельник и сегодня навалилось много всего в институте. Ну, надеюсь, через недельку все утрясется обратно. В прежнем режиме будем. Потому что все будут в отпуска, и всем будет не до меня. Я последний в отпуск ухожу. Я пока что буду там практически одна сидеть. И я вышивала. Вставляю вам фотографию. Предупреждаю, вышивала я довольно много. И в основном это было за 2 дня, потому что мы уезжали в деревню, да, как раз те дни. Вот, и потом плюс дня 2-2,5 мне было как-то нехорошо, и мне не хотелось подходить к столу, и я вышивала. И, в общем, сейчас это выглядит вот так. Да, много прибавилось. Если я правильно помню, у вас-то картинка только что была, а у меня давненько. Если я правильно помню, что добавилось? Довышивала, по-моему, я желтым все, да, вот здесь вышила, вот это коричневым дошила, вот это все, вот этот большой цветок. И если можно, прелестно, так, сделаю вот, видите, тут дырочки, вот здесь. Потому что симметрично вот такой листочек тоже был вышит. Но потом я увидела, что он на 2 клеточки ниже, я ошиблась в самом начале, и все вот тут вот распускала. Вот здесь я распускала, вот где-то здесь я распускала, вот тут немножко распускала. Вот, то распускалась, мне надоело, и мне кажется, все, я пока навышивалась. Ну, не знаю, может, на выходных буду теперь только вышивать. Но пока мне не очень хочется брать вышивку, я хочу альбом. Видимо, я соскучилась все-таки теперь по альбомам. Вот, но отшито, по-моему, если... Я правильно помню, 15%. Сейчас у меня планшет где-то здесь, но не знаю где. Я начинаю уставать. Что-то уже 20 минут больше прошло. Вот. И у меня моя речь становится невнятной. Ладно. Все, это я рассказала. Про скрап рассказала. Ну, в общем-то, все. А, мне еще пришла новая книжка, но она не здесь, в новом институте. Вот, начала читать новую книжку еще. И вроде все. А, закончила генуборку свою дома, да. Вот, выписала то, что еще хочу сделать. Немножко на своем месте что-то переделать, подобрать. Буду в июле тоже потихоньку это делать. Выписала себе список. Тоже будем продвигать. Так, о планах. Сегодня вторник. В четверг я включусь вряд ли, потому что мне нужно отвозить машину в ремонт. Так что включусь в субботу. И до субботы. Что хочу, что успеем. Во-первых, подрезать листочки для альбома, фон, да. Затем будут у меня, как и в альбоме «Хроники Нарнии», на каждом развороте фактурная рамочка на фотографии. На самой верхней фотографии вот сделать, вырезать их хотя бы и покрыть грунтом. Это будет здорово. Дальше. Разобрать все, что я вам показала. Сейчас этим займусь. А то у меня на столе бедлам. Что еще? А, это я нарезала. Определиться с обложкой. Ну и начать альбом, в принципе. Буду начинать. Посмотрим, что успею.
Но сейчас еще эту неделю какой-то завал будет в институте, так что я ничего не обещаю. Но все, что свободное время, все мое, будем делать. А, вырезалки я вырезаю, вот что я делаю. Вырезалки вырезать, импостинг сделать, так импостинг я не сделала, как на том влоге говорила, так я до него и не дошла. Вот, еще импостинг. Вот, не прощаюсь. В субботу вы все узнаете, ну, через пару секунд. Итак, кусочек для влога уже сегодня. Кошачьи волосы сегодня. Воскресенье, 7 июля. Ой, сразу скажу, сделала немного. Не знаю, очень жарко. И дел много, и очень жарко. Как-то вроде, когда появляется время, нет никакого желания. Хочется просто сидеть и дышать хотя бы. Найти силы, чтобы дышать. Но потихоньку все-таки альбом идет. Эти я вам показывала. Я отобрала, не буду доставать еще из пакетика пока что, но я отобрала, у меня было два набора бумаги, фоновый и обычный. Я отобрала 10 листиков именно для альбома, и уже кроме первого и последнего я обрезала. Я обрезаю их по 0,5 сантиметров с двух сторон, вот так вот, да, чтобы у меня... Картон уже у нас 20 на 20, и поэтому, чтобы у меня уголки не выходили за грани, я всегда обрезаю на пол сантиметра. Вот. Это сделано. Дальше. Сразу сделаны рамочки. Здесь у меня, по-моему, 7 штук. Да, должно быть 8, но у меня больше... Должна быть еще вот такая одна. Это на фотографии 9 на 13. А маленькая 7,5. Так, кот, уйди. А это 7,5 на 10, да, для такой фотографии. Вот, и должна быть еще такая вот одна. Но у меня не хватило, не осталось такого кусочка картона, чтобы хватило на рамочку. Вот, у меня есть полные 20 на 20, но они, мне их жалко резать, вот. И вообще по этому альбому я решила совершенно не торопиться. Если возникают какие-то проблемы или желания во время работы, я отвлекаюсь от альбома и делаю, например, как я поступила с каталогом своим сейчас. Достану, забыла про него. Вот такие я себе сделала каталоги своей микс-медии, которые у меня есть. Здесь отдельно у меня все пудры для эмбоссинга на белой и на черной бумаге. Вот. Я думала, мне их меньше, честно. Ну вот только получилось. А здесь вот это вот оставшиеся у меня еще. Несколько штучек осталось. А здесь у меня на ацетате алкогольные чернила. Вот. Сколько их тут? 4. Да, у меня пока только 4. Затем идут воски. Так, это воски, воски. Это сухие краски. И все, да. Больше у меня ничего нету. Вот, это пустые. Вот так у меня пока идет. А еще хочу сделать штемпельные подушечки. Да, вот у меня еще будет такая задумка, положение. Так, отвлеклась немножко. Да, штемпельные подушечки еще хочу сделать. Тут тоже начинаю уже путаться, потому что их много становится. Вот, посмотрите, так вот это вот оставшиеся. Вот. Это у меня только баночки всякие стоят. На секундочку. Сколько всего. И, конечно же, я уже все не запоминаю. И боюсь заказать что-то новое или про что-то забыть. И буду расстраиваться, что у меня этого нет, а у меня это есть. В общем, вот так все это. Теперь у меня есть мои каталоги. Вот, в общем-то, это я к чему вела. То, что я не в этот раз отвлекаюсь от альбома. Все проблемы, которые у меня возникают в процессе, я их решаю. То есть у меня... Изготовление альбома не прям первой стоечкой стоит, а так оно идет, как идет. Вот. И сейчас я первый раз, наверное, за все создание альбомов. А где у меня? Вот. Завела блокнотик. Я не помню, показывала в первой части влога или нет. Но завела блокнотик, где буду записывать, какой альбом хочу видеть. Да, вот он. Бах, альбом, пошло настроение, цвет и так далее. Какие интерактивы, как что. И теперь я знаю, какой декор мне нужен. И теперь я
пока от самой работы над альбомом, опять же, отвлеклась, и я подготавливаю к нему декор. Подобрала уже кружево, не буду доставать эту коробку, она там далеко, высоко. Покажу на следующей неделе во влоге, да, когда уже соберу, так сказать, большую часть декора. Вот. А пока сейчас у меня вырубка и эмбоссинг в приоритете. У меня даже где-то списочек написано, что я хочу, какой декор использовать. Да, и, конечно же, один из главных, да, элемент декора — это вырубка. Вот. И я начала рубить. Не знаю, давно я это делала, очень, видимо, давно. Я разучилась рубить. У меня вот на вот эти вот сколько тут? 10 штучек. И вот один раз я прогнала, сейчас я покажу другой ножичек. У меня ушел час только на это. Ну, вот такой вот ножичек у меня вот от Fantasy On. Такая вот макромешечка. А, еще я заказала, сделала заказ. Мне как раз именно поэтому я не тороплюсь еще над альбомом, потому что я заказала мини-макраме, и они должны прийти через 2 недели только. Вот еще. Так что мне торопиться некуда. Этот ножичек я показала. И вот еще от Agi Art такой вот несколько ножей. И вот они все у меня есть. Я прорубила, но только пока по одному разу. Вот такие всякие висюльки. А вот это мне напомнило, если вот эти две отрезать, то будет еловая веточка. В принципе, почему бы и нет, да? Еловая веточка, не перышко совсем, как мне показалось, когда я вырубила. Очень даже универсально получилось. Вот, в принципе, тоже, да, на листочек походит, если закрыть эту часть. Классно. Не только можно как макраме использовать и висюльки. Также по-другому. Вот. По альбому вроде бы все, да, вроде все. Ну, немножко декор, как сказала, подобрала, но это в следующий раз. Вот такие у меня неспешные дела по альбому. И... А, вот же еще самое главное, что пойдет на обложку. Я доделала полностью «Ловец снов». Такой вот он у меня получился красивенький. Так, это же... Да, это лицевая, это задняя сторона. Вот это лицевая. Перышки. Коты все пытаются у меня его урвать, но я смотрю, убираю его всегда. Вот сейчас достала, и вот кот на подоконнике лежит и прям смотрит у меня за этим ловцом снов, куда же я его положу. Хочет его забрать у меня. Но я смотрю, чтобы все, ничего не попало к ним. Вот. Такая красота получилась. Довольно быстро я его сделала, ленточки привязала, да. Самым долгим было это подобрать ленточки. Не получилось мне подобрать, разве что зеленые. Но сейчас вот прям в процессе поняла, что можно же было просто отвязать и покрасить какую-нибудь белую. Зеленый цвет, который мне нужен. Я что, сухие краски просто так покупала? Надо будет тоже развязать пару ленточек и их подкрасить в зеленый цвет, потому что на бумаге... Так, вот. В бумаге зеленый присутствует. А здесь у меня нет зеленого. Я нашла только вот зеленые звездочки, которые покупала, бусины звездочки. Там были зеленые. Ну, думаю, еще пару ленточек зеленых надо добавить. Покрасим. Вот. И дальше совсем-совсем чуть-чуть я вышивала. Не знаю, покажу. Нет, наверное, не покажу, что было до. Я вроде не фотографировала. Ножницы, ножницы. Вот тут. Так. Во-первых, произошло что-то грандиозное. Я наконец-то переставила пяльцы влево. Вот у меня край левый. Теперь я дошла до нижнего левого угла. Здесь конец. Ниже и левее уже ничего не будет. Что вышло, да? Вот эти завитушечки я вышила. И я перешила листик. Почему перешила? Кстати, тут еще кончик не дошит. Почему перешел? Кстати, сейчас опять выглядит, как будто они на разных уровнях, но они одинаковые, потому что у меня пяльца, вот видите, криво заправлены. А почему перешивала? Потому что я на 2 клеточки ошиблась вот где-то здесь, пропустила 2 ряда, и у меня весь листик стал меньше на 2 клеточки, поэтому эту часть я распускала. И здесь еще был стебелечек вот такой вот, я его тоже распустила. Пришлось распустить. Вот. Сколько там? Опять не взяла планшет, ладно. Где-то крестиков 200-250 добавилось, в общем-то. Но я помню, что 18% работы готова. Вот я вчера смотрела, мне запомнилась цифра 18.
Вот такая вот красота. Далее. Планы на следующую неделю. Вышивка это как уже будет в свободное время. Посмотрим. А альбом. Во-первых, закончить вырубку. Хочу вырубку покрасить, потому что у меня... Или посмотрю, есть ли у меня цветной картсток. Вот, если что, из него порублю цветного картстока. Если нет, покрашу. Далее отвяжу пару ленточек, тоже покрашу в зеленый. Сначала нужно подобрать зеленый, который мне нужен. Вырубка сказала. Имбусинг. Блин, не могу себя заставить. Имбусинг уже, наверное, месяц второй. Он у меня закончился весь в ноль. Вот у меня было его мало, потом все меньше, меньше, меньше. А сейчас вообще не стало. Может, пару элементиков осталось. Не знаю, почему-то имбусинг я всегда себя заставляю делать, хоть в работах часто использую. Мне нравится, как он смотрится. Но делать его, это... Да. Во-первых, сейчас так жарко, от этого фена еще жара добавится. Ладно, вот. Вырубка, имбосинг. Думаю, мне хватит до вторника, точно. Вот, что еще? А, загрунтовать рамочки. Вот мне нужно. Где они у меня? Вот, загрунтовать. Дальше раскидать вот эту бумагу, вот эту вот, которая нераспределенная, до конца раскидать уже на все открывашки. То есть мне нужно будет большой стол, расставить все мои странички по порядку и раскидать потом конструкции и на них уже раскидывать бумажку. Вот так у меня работа идет. В общем-то, ничего особенного, но классный ловец снов. Мне понравилось. Теперь хочу себе набор купить, чтобы сделать большой ловец снов. Ну, не знаю, мне понравилось плести вот эту внутреннюю часть и украшать ленточками, и вот эти вот перышки делать. Очень классно. У меня еще целый пакет этих перьев, не знаю, теперь куда девать. Ладно, на этом все. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Насколько помню, оно получилось долгим. Там 15 минут, и здесь уже 12. Вот, может, что-то урежу. При монтаже посмотрим. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, пальчики вверх. Обязательно пишите, как вам мой будущий альбомчик, да, движется 7-мильными шагами, но движется. Как вам, кстати, ловец снов? Когда-нибудь пилила в цеснов? Я вот давно хотела, но как-то... То лень, то не было возможности. Но вот для альбома, ради альбома я это сделала. Мне понравилось. Всем спасибо большое за просмотр. Пока-пока.